dvhub.ru. Скажите, сегодня Амур открывает сезон охоты. Какие ожидания от охоты? Ожидаем хорошей игры, в первую очередь. А уже результат, это уже второй вопрос. Хорошо. Руководство клуба поставило задачу выход в плей-офф. Новый тренер, 16 новых игроков. Задача выполнима? У нас это уже было много раз. Мы надеемся, что в этот раз, может быть, задачу выполним. Хорошо. С каким игроком вы лично связываете надежды, кто потянет за собой команду вперед? Я думаю, что тянет вперед не один игрок, а вся команда. И капитан. Шенин и капитан. Да. Капитан. И последний вопрос. Прогноз на матч сегодняшний? Сложно. Сложно. Прогноз непредсказуем. Локомотив есть Локомотив. Да. Команда новая. Опять-таки, ждем хорошей игры в первую очередь. А результат это уже вторичное. Прогноз давать не буду. У меня ожидание, что в этом году мы выйдем в плей-офф и что мы увидим действительно тот хоккей, который мы хотим видеть от наших игроков, от нашей любимой команды. То есть, несмотря на обновление, снова новый тренер, вы продолжаете верить? Конечно, иначе зачем ходить, болеть и зачем, в принципе, интересоваться хоккеем, если не верить в то, что будет хорошо у нас? Хорошо. И последний вопрос. Кто из игроков, по вашему мнению, будет лидером в этом сезоне? Кого вы ждете сверх игры? Я думаю, что это все-таки будет наш капитан Виталий Тишов, а там уже по остальным игрокам посмотрим. Самый лучший. Мы очень долго ждали первый матч. Давно купили билеты и идем кричать громко. Купили абонементы или именно билеты? Не, билеты. Именно билеты. Дорого нынче, дорого. Дорого. Хорошо. Скажите, пожалуйста, с каким игроком вы больше всего связаны надежды в этом году? Может, кто-то выстрелит? Пинцовый. 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 Да, вообще наш любимый игрок. Ну, Печурский тоже молодец. Мы все не молодцы. Мы сегодня еще увидим Урыгина. Ну, как всегда, хочется хорошего. Ну, мы надеемся. А что еще? Ну, в плей-офф выйти надо. Плей-офф, да. Да. Как всегда, мечтаем. С каким игроком связываете надежды? На, ну, кто выстрелит, кто поведет команду за собой в этом году? Ну, все же может быть Загорных, все же с этими, с финнами. То есть первая пятерка? Да, ну, Шенин, может, прибавили, посмотрим. Хорошо, какой прогноз на сегодняшний матч? Хотелось бы 5-3. 5-3. Несмотря на то, что Мурыгин. Ну, а что Мурыгин? Ну, попробуем Мурыгина одолеть. Только победа, какие еще могут быть ожидания? Красивые такие победы. Руководство клуба вновь поставило задачу бороться за выход в плей-офф. Новый тренер, 16 новых игроков. По твоему мнению, эта задача выполнима? Ну, пока сложно говорить, так как еще этот первый матч не состоялся. Думаю, время покажет. Хорошо. С каким игроком лично ты связываешь надежды на сезон? Кто потянет свою команду вперед? Ну, думаю, наши легионеры. Ну и, конечно, наш капитан, господин Тишов, должен сплотить команду. Что, прогноз на матч? Победа Амура. Ну, надеюсь, что в этом сезоне проявит себя в лучшую сторону. Ну, правда, уже то, что меняется каждый раз новый тренер, это не есть положительная сторона. Ну, посмотрим. То есть только начало. По первым играм еще рано будет судить. Будем надеяться в лучшую сторону. Руководство поставило задачу выход в плей-офф. Вы говорили, новый тренер, вот новых 16 новых игроков. Эта задача выполнима? Ну, вполне, потому что в элите, как говорится, в ЦСКА, СКА и всех остальных таких элитных командах тоже произошли такие изменения. Там по 10, по 10, по 15 игроков сменились. Думаю, мы справимся. Будем надеяться. С каким игроком вы связываете надежды на этот сезон? Кто, считаете, поведет за собой команду, кто выстрелит? Ну, я пока с новичками не знаком, поэтому я даже не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Хорошо, последний вопрос. Прогноз на матч какой? Значит, ну, победа. Только победа. Понятно, ожидания самые наилучшие. Надеемся только на победу и выход в плей-офф. С какими игроками вы связываете этот сезон? Кто поведет за собой команду? Ну, наверное, братья Ушенина. Братья и два форварда финских. Новых, много, да, которых много говорят, верим. Мы надежда на Мэтсел. Да, если честно, и звук тоже должен прогрессировать. И все должно быть. Ребята, тренера верим. Хорошо. Какой прогноз на сегодняшний матч? Только победа. Пусть ребята постараются. Первая игра, она может сложиться по-всякому. Ну, я думаю, они настроятся, и мы их поддержим. То, что наш
наша команда наконец попадет в плей-офф, покажет все, на что они способны, порадовать своих болельщиков. Хорошо. С каким игроком ты связываешь этот сезон, надежды на этот сезон? Кто пойдет за собой команду, как ты думаешь? Из новичков или кто-то из старожил уже клуба? Понял тебя. И последний вопрос. Прогноз на матч какой? Ну, конечно же, мы ждем победы от команды. То, что все будет очень громко, то, что арена не будет затихать, будет поддерживать свою команду. Ну, я думаю, что они должны выйти в плей-офф в этом году. И должны хорошо сыграть. Хорошо. С каким игроком вы связываете надежды на предстоящий сезон? Кто потянет за собой команду вперед? Я думаю, там есть старые звено братья Ушенин и Олег Ли. Они сплоченные, должны в этом году вытаскивать игру. Хорошо. Ну и последний вопрос. Какой прогноз на матч? Победа Амура? Я скажу, состав сильно поменялся, но это бы трудно что-то сказать. Хотим, чтобы победили? Да, конечно, хотим. Задача плей-офф, она по силам? Ну, реально. Она всегда в начале сезона под силу. А как дальше? Будет видно. С каким игроком связываете надежды на этот сезон? Кто потянет свою команду? Ну, вот два финна только пришли. А остальные это игроки. Те же самые. Те же самые. Последний вопрос. Какой прогноз у вас на матч? Можно счет даже. Наши должны выиграть. Одну шайбу. Сегодня, ну, от сегодняшнего матча, думаю, что победят. Надеемся на это. А в целом от сезона? От сезона, ну, хотя бы выйти в плей-офф. Ну, лишь бы вы вышли в плей-офф, а там уже дальше задача решена. С каким игроком вы связываете надежды на будущее, на этот сезон? Кто потянет за собой команду? Я думаю, Томаш Загуана и вратарь Юхомец. Да. Хорошо, и последний вопрос. Какой прогноз на матч? Может быть, счет скажете? Думаю, в овертайме 3-2 выиграет. Ожидание самое наилучшее. Я надеюсь, что он... Что он удачно походится и выиграет. Руководством клуба поставлена задача выход в плей-офф. По силам ли, учитывая, что снова новый тренер, 16 новых игроков? Будем надеяться. Давно уже не выходил, один раз всего. Какой прогноз на сегодняшний матч? Я думаю, что выиграет в упорной борьбе. Разница в одну шайбу, может быть, там 2 максимум. 4-2, там 5-3, может быть, так, 5-4. Только победа. Долго этого ждал. Хорошо. С каким игроком вы возлагаете надежды на этот сезон? Кто, по вашему мнению, будет лидером в команде? Кусела. То есть из новичков? Да. Возможно. Выйдем в плей-офф. Вы верите в попадание? Однозначно. На какого игрока вы возлагаете больше всего надежды? Кто станет лидером в этом сезоне? Я думаю, что финская связка. Первое звено. На него надежда. Ну и братья Ушенина, конечно, тоже должны показать себя в этом году. Пора им сидеть. Прогноз на сегодняшний матч. Будет тяжело, но выиграем. Положите мне, что все у вас получится. Руководством клуба поставлена задача выход в плей-офф. Новый тренер, 16 новых игроков. Это задача по силам Хабаровскому клубу? Конечно. Только в это и верим. dvhub.ru